Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 11, упражнение номер 2. В этом упражнении мы должны будем сравнить количество фигур. Итак, давайте посмотрим на первый рисунок. Здесь у нас зеленые круги, их 8, и красные треугольники, их 5. Зеленых кругов больше, чем красных треугольников. 8 больше, чем 5. Если мы из 8 вычтем 5, останется 3. Это говорит о том, что кругов на 3 больше, чем треугольников. Смотрим на второй рисунок, на синие круги и зеленые треугольники. Синих кругов у нас 7, треугольников 3. Кругов больше, чем треугольников. 7 больше, чем 3. Чтобы узнать, насколько кругов больше, чем треугольников, нужно из 7 вычесть 3. Останется 4. На 4 больше кругов, чем треугольников. А треугольников на 4 меньше, чем кругов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.